Для служителей Иеговы правило простое есть. Если хочешь быть счастливым, то живи не для себя. Принимай всем сердцем слово, отдавайся делу весь. Как Иисус, будь бескорыстным Бога и людей любя. Кто себя отдал Иегове, будет бережно храним. Кто всецело доверяет, крах надежд того не ждет. Тот пожнет благословение, щедрым будет кто к другим. Кто поддерживает слабых, силу Бог тому дает. Бог любимый и Иегова, быть всегда твоей хочу. Пусть усталость к низу клонит, главное, что ты со мной. Снова чувствую, как силы поднимаются во мной. Из твоей прекрасной вести, как на крыльях полечу. Thank you.